Доброе утро! Сложно себе представить более летнее блюдо, чем мороженое. В жаркий день за порцию джелата можно продать душу. Но мы не будем этого делать, ведь мы и сами можем приготовить дьявольски шоколадное мороженое. План действий таков. Сначала мы приготовим смесь для мороженого, затем охладим ее и заморозим с помощью машинки. Как быть, если у вас ее нет, расскажу в конце сюжета. Венчиком смешиваем в сотейнике какао и сахар, добавляем сливки и доводим смесь почти до кипения. В миску засыпаем шоколад, перекладываем кипящую какао-смесь и тщательно все перемешиваем. Отставляем ее в сторону и возвращаемся к нашему сотейнику. Кладем в него сахар, яичные желтки и молоко. Перемешиваем и завариваем крем до загустения. Делать это нужно обязательно силиконовой лопаткой. Заварной крем готов. Переливаем его в шоколадную часть. Добавляем туда же ваниль. И немного ликера. Он нужен, чтобы наше мороженое оставалось мягким. Перемешиваем. Смесь для мороженого готова. О том, как безопасно ее охладить, я уже рассказывал в предыдущих выпусках. На пленке закрываю его в контакт и помещаю в морозильник. Основа для мороженого готова, машинка для замораживания тоже. Мы на финишной прямой. Выкладываем ее для удобства использования в кондитерский мешок. Как я не старался сделать это аккуратно, а все-таки испачкался. Запускаем машинку для мороженого. И перемещаем смесь из кондитерского мешка в машинку. Ну а если у вас нет такой машинки, то для замораживания стоит использовать любой пищевой контейнер. Ставите его в морозилку, через полчаса тщательно перемешивайте. Снова помещаете в морозилку и снова перемешиваете. Так нужно делать каждые полчаса до тех пор, пока мороженое не застынет. Что ж, наше волшебное джелато чоколато готово. Выключаем машинку. Вот оно, потрясающе тягучее и ультра-шоколадное. С помощью двух ложек, смоченных в воде, формируем из него такую штучку, как каннель. И красиво подаем